фінал міжнародного телевізійного конкурсу естрадних виконавців «Східний базар» видався насправді гарячим. Дівчат був широкий вибір, за кого вболювати, як не відреагувати на погляди матчу з Афганістану «Шобаба Садікулаха», або як не затанцювати, коли тебе запрошує Лео Македомпет з Індонезії, та ще й з такою чистою відкритою посмішкою. Едвін Вільямсон з Ірландії підкорював своїми елегантними манерами та образом класичного Дон Жуана з американських чорно-білих стрічок. А запалювала жіночі серця гарячі хлопці з Азербайджану – гурт «Шерон». Їх драйв швидко передавався глядачам та заряджав їх на бурну хвилю емоцій. Але дівчата теж не відступали. Ви тільки подивіться на цих красунь з Казахстану – тріо «Кешю». А на цю рокову дівчину з України – Валерію Калужську. Не менш здивувала представниця Ізраїлю Анастасія Козакова або представниця Білорусі Гунєш. Краща двадцятка фіналістів вже показала все, на що здатна, і прийшов час членам журі віддалитися на перемови. Саме вони та саме зараз мають вирішити, хто з усіх найкращий. Ну а для того, щоб глядачів не було часу для суму, ведучі конкурсу оголошують гала-концерт. В гала-концерті взяли участь народний артист України Енвер Ізмалов, відомий кримський акордеоніст Гарік, популярна не тільки в Криму співачка Ленія Ізмайлова. Звичайно, що свою майстерність показали і члени журі. Глядачам заспівали народний артист Узбекистану Даврон Гаїпов, заслужена артистка Росії та Узбекистану Наталя Нурмухамедова, популярний австрійський співак Йозеф Івашка. Спеціальними гостями також стали переможець Нью-Ве 2008 в Юрмалі Ірина Розенфельд, Вадим Мезга з Білорусі, і просто зачарувала всіх найпопулярніша зірка білоруської естради Анна Шаркунова. Серед тих, хто не пройшов у фінал, продюсерське журі відібрало троїх конкурсантів, яких було включено у програму гала-концерту. Ними стали Олександр Шендре і Яна Штефан з Молдови, Рустан Гаїпов з Узбекистану та Петро Єлфімов з Білорусі. Усі учасники гала-концерту попрацювали на славу та ще більше заінтригували аудиторію на початок церемонії нагородження. Finalımız bitti ama programımız daha bitmedi. Jüri azaları şimdi kendi fikirleriyle paylaşacak ve hangi bir katılıcı galip kazandığını biz biraz sonra bileceğiz. Ama şimdi gala konser programımızı açıyoruz. Дорогие друзья, пока наше уважаемое международное жюри будет проводить голосование и определит, кто же станет победителем 6-го международного фестиваля эстрадных исполнителей «Восточный базар», мы предлагаем вашему вниманию гала-концерт с участием звезд Крыма, Украины и многих-многих стран мира. Вашему вниманию на этой сцене первым номером Анна Шаркунова, Республика Беларусь. Evet, Hak Rusya Yıldızı Anna Şarkunova mahsus sizler için alkışlıyoruz. Остановилось время где-то на полпути. Я не вернусь обратно, хочешь лететь? И руки к небу, словно птицами белыми, я отпускаю тебя. Уйду, я сильная, невыносима, мне уйду. И закрывая глаза, мне жить. Горят страницы неоконченной повести.
programımız devam ediyor sahneye. Özbekistan'dan Rustam Gaipov çıkıyor. На сцене представитель Республики Узбекистан и наш специальный гость Рустам Гаипов. Joy sana gözün ey yar ey yar kaytma açkan sözünden kaytma ergen vadayından kaytma sevamam sana ma kaytma açkan Şimdi Ak Rusya'dan gerçek yıldızı Petr Yelfimov sahneye davet ediliyor. Я уверен, что девушки по достоинству оценят нашего следующего гостя. Гостя непростого. Композитор, поэт, обладатель гран-при международных фестивалей, пятикратный чемпион мира Всемирного чемпионата исполнительских искусств в Лос-Анджелесе и просто звезда белорусской эстрады. Гость нашего фестиваля. Петр Елфимов, Беларусь. through and do the things you're asking me.
Lightning hit me, hit me, hurt me, nail me to that tree. Wanna know, my God, I wanna know, my God, I wanna see, my God, wanna see, I wanna see, my God, why I should die. Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I sat and down matter anymore? Have to know my Lord, have to know my Lord, have to see my Lord, have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, have to know my Lord, have to know, have to know my Lord. Show me now that I would not be killed in vain. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me that's a reason for your wanting me to die. You must have been on where and how, not so far from why. All right, I'll die. Just watch me die. See how I die. See how I die. Inspired. Now I'm sad and tired. After all, I've tried for 3 years. It seems like 90. Why then am I scared to finish what I started? You started, I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison. Nail me to the cross and break me. Now, before I change my mind, now, before I change my mind. Исполнительница произведет не меньший эффект, потому что на сцене обладательница второй премии песенного конкурса «Новая волна 2008» Ирина Розенфельд, Украина.
I'm your shadow lady. My sun is shining tonight. Are you ready? Are you ready? Ukrayna'dan Irina Rosenfeld şimdi sizler için bu sahnede çıkışta bulundu ve biz Ak Rusya'ya geçiyoruz. Ak Rusya yıldızı Vadim Mizga. С огромным удовольствием мы приглашаем на эту сцену нашего следующего гостя из Республики Беларусь. Вадим Мизга. Часто во сне себе представляю, есть несколько дней, и шансов своих пока не теряю. Если все мечты о тебе одной, значит, сердце ты, ты всему виной. Если вопреки стужи ледяной, я ищу любви. Знай, как бы сейчас не были мы далеки друг от друга, но в каждый тот день и каждый тот час сердце холод и вьюга. Если все мечты о тебе одной, значит, сердце ты, ты всему виной. Если вопреки я ищу любви, ты всему виной. Если все мечты о тебе одной, значит, сердце ты, ты всему виной. Если вопреки стужи ледяной, я ищу любви, ты всему виной. Значит, сердце ты, ты всему виной. Если вопреки стужи ледяной, я ищу любви, ты всему виной. Если все мечты о тебе одной, значит, сердце ты, ты всему виной. Если вопреки стужи ледяной, я ищу любви, всему виной. Gala konser devam ediyor sahnede yine. Анна Шаркунова, Ак Русия. Мы вновь приветствуем на этой сцене нашу гостью из Республики Беларусь. Анна Шаркунова. Гололёд.
будет дождь гасить фонари, и мороз под утро придет, и тогда смотри, да смотри, гололед, гололед, экономят дворники соль, и опять у наших ворот каждый шаг неверен, как сон. Гололед, гололед. А в городе гуляет больной, считает колеса беду, и только мне одной мешает зима. А может быть, я виновата сама, лишь я сама, лишь я сама, лишь я сама. Просыпаемся, люди в городе гуляют больной, и только я как по канату иду. Не моги предупреждает зима. А может быть, вижу я это сама, лишь я сама, лишь я сама, лишь я сама. Снилось мне, что друга найду. Он под руку крепко возьмет. Сколько лет одна я иду в гололед, в гололед. Горький дым разлук и потерь над моей дорогой плывет. Даже летом снится теперь гололед, гололед. А люди в городе гуляют по льду и не считают гололедца беду. И только мне одной мешает зима. А может быть, я виноват сама, лишь я сама, лишь я сама. Programımıza devam ediyoruz ve şimdi sahneye yırlayan jüri azalarından biri çıkacak ve Avusturya'dan Yozef Ivaşka alkışlıyoruz. Мы с огромным удовольствием приглашаем на эту сцену одного из членов нашего международного жюри. Встречайте, Йозеф Ивашка. Why do you always ask me if I love you? You know I do, always will. You know I do, I always will. Prečo sa stále pýtaš, či mám ťa rád? Ty to vieš, ty to vieš. To vieš, I love you. Na 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 na.
добром чи в злом, ти то вєш. Ve programımızı Rusya'da ve Özbekistan'da nam kazanan artist devam ediyor. Alkışlıyoruz Natalia Nurmuhammedova. Мы приглашаем на эту сцену заслуженную артистку России и Узбекистана Наталью Нурмухамедову. Я искренне хочу напомнить про то, где мы жили, где была наша земля. И, наверное, от того, что я так очень искренне пою, наверное, поэтому каждый раз, казалось бы, одни и те же песни очень принимают очень тепло и радостно, как я. Спасительный круг, пучку дуб, пучку дуб.
Evet, şarkı söyleyelim daha bir şirin ağzımız var bizim. Özbekistan'dan misafirimiz Davron Gaipov. На сцене народный артист Республики Узбекистан Даврон Гаипов. Мой музыкант устал играть, устал мечтать, устал искать обрывки нот о прошлом счастье, устал мелодию слагать. В глазах печаль, душа молчит, и сердце с болью в грудь стучит. Забыть мечту свою не в силах, он молча любви кричит. В ночной прозрачной тишине я вижу свет в твоем окне. В глазах твоих весна и май, и слышу я «Прощай, прощай». В ночной прозрачной тишине я вижу свет в твоем окне. В глазах твоих весна и май, и слышу я «Прощай, прощай». Слова сменю печальным взглядом, весну сменю осенним садом, веселый взгляд сотру с лица, чтоб стало ничего не надо. Ни петь, ни плакать, ни играть, искать, теряя и мечтать обрывки нот о прошлом счастье, в любви мелодию слагать. В ночной прозрачной тишине я вижу свет в твоем окне. В глазах твоих весна и май, и слышу я «Прощай, прощай». В ночной прозрачной тишине я вижу свет в твоем окне. В глазах твоих весна и май, и слышу я «Прощай, прощай». В прозрачной тишине я вижу свет в твоем окне. В глазах твоих весна и май, и слышу я «Прощай, прощай». О-о-о, прощай. Наверное, нет ни одного человека в нашей стране, которому было бы неизвестно это имя. На сцене народный артист Украины Энвер Измайлов.
Nihayet, nihayet. Şimdi, hemen şimdi birkaç saniyeden sonra biz Şark Pazarı adlı şarkı yarışmasının galiplerini bileceğiz. Hazır mısınız? Дорогие друзья, вот и настал тот волнительный момент, когда мы с вами узнаем победителей 6-го международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар». Для вручения премий. Вначале мы приглашаем на эту сцену всех финалистов нашего конкурса. Evet, Şark Pazarı nihayet bugün bitiyor. 20 katılıcı bugün finale geçti. 50 katılıcı zaten Şark Pazarı'nda iştirak etti ve hemen şimdi birkaç saniyeden sonra biz galip kim olduğunu bileceğiz. Hatırlatıyoruz ki biz şimdi canlı efirde Kırım'da Şark Pazarı adlı şarkı yarışmasında ve hemen 20 şarkıcı, finale geçen en iyi 20 şarkıcı şimdi bu sahneye çıkıyor ve biz galip kim olduğunu hemen bileceğiz. Дорогие друзья, я думаю, вы получили несказанное удовольствие от исполнительского искусства наших финалистов. Давайте встретим их громкими аплодисментами и скажем им тем самым огромное спасибо за их талант. Bakın bu güzel kızlar, güzel çocuklar bu şarkı yarışmasında iştirak ettiler ve galip olmayı istiyorlar ama kim olacağını biz daha bilmiyoruz. Bilmek için şimdi birkaç kişiyi bu sahneye davet edeceğiz. Ve üçüncü yeri kim kazandığını bize şimdi Kırım'ın Kültür Bakanı'nın yardımcısı İsmet Zaatov bildirecek. İsmet Zaatov sahneye davet ediliyor. Ну вот и настал тот самый решающий миг. Миг, когда мы узнаем имена трех победителей. Для вручения третьей премии фестиваля «Восточный базар» на эту сцену приглашается заместитель министра культуры и искусств Автономной Республики Крым Исмет Заатов. Исмет бей, üçüncüyü kim kazandı? Şimdi bize söyleyecek misiniz? Третье место завоевывает Кристина Кройтору, Республика Молдова. Молдова, Кристина Кройтору. Üçüncüyü kazanıyor. Evet, ve söylemek istiyoruz ki bu sene Şark Pazarı'nda iki üçüncülüğü kazandığı insan var. Ve ikinci, üçüncü yeri kim kazandığını bize Türkiye Kiev Kültür Ataşesi Berat Yıldız söyleyecek. Sahneye davet ediyoruz. Оказалось, что обладателями третьего места у нас является еще один конкурсант. Для вручения диплома на эту сцену приглашается аташе посольства Турции в Украине Берат Йылдыз. Сегодня, 30 августа, в Турции празднуют День Победы. Очень символично, в честь Дня Победы диплом победителя лауреата третьей степени получает Нино Гвелисяни, Грузия. Ну а мы продолжаем вручение наград и дипломов. Evet, ödül töreni devam ediyor ve ikinciliği şimdi kim kazandığını bize Kırım Kültür Bakanı Aleksandr Yermaçkov söyleyecek. Sana davet ediyoruz. Итак, кто же занял второе место 6-го международного телевизионного фестиваля эстрадных исполнителей, мы узнаем из уст министра культуры Автономной Республики Крым Александра Ермачкова. Второе место на 6-м международном телевизионном конкурсе фестиваля эстрадных исполнителей «Восточный базар» завоевала Валерия Калужная! Валерия Калужская, Украина! Бой-б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 ой
Сюрпризы нашего фестиваля еще не закончились. И сейчас вы узнаете почему. Çünkü bu sene bizde daha bir ikinci yer var. Ve bu ikinci yere biz şimdi Ukrayna Kültür ve Turizm Bakanı Ольга Бенч söyleyecek. Sahneye davet ediyoruz. Для вручения диплома на эту сцену приглашается заместитель министра культуры и туризма Украины Ольга Бенч. Второе место 6-го международного телевизионного конкурса фестиваля эстрадных исполнителей «Восточный базар» награждается Абдул-Азиз Карим. Hammalarını sevaman Vostochny bazar Abdulaziz Karim Özbekistan Ve bizde daha birincilik var. Birincilikini bilmeye hazır mısınız? Evet, bekliyoruz. Ve birinciliği biz şimdi Türk Soy Genel Sekreteri Yardımcısı Фурат Пуртар söyleyecek. Sahneye davet ediyorum. Тоже занял первое место. Хотите узнать? И мы тоже. Для этого на эту сцену мы приглашаем заместителя генерального секретаря Всемирной ассоциации министров культуры тюркских государств и автономии Фирата Пурташа, Турция. Якшамлар. Добрый вечер. Первое место 6-го международного телевизионного конкурса «Восточный базар» получает трио «Кэшью». Трио Кэшью. Хаджаев, güzel kızlar, Kazakistan'dan bu sene birinciliği kazandılar. Ne güzel fotoğrafını çıkarmak gerek bu güzel kızlar arasında Fırat Bey. Наше поздравление великолепному трио из Республики Казахстан. Bizde daha bir sürprizimiz var. Söylemek istiyorum ki bizde daha bir tane birinci yer var. Ve bu birinci yeri söylemek için sahneye TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Koç sahneye davet ediliyor. Дорогие друзья, сюрпризы не закончились, потому что на нашем фестивале по результатам голосования международного жюри решено присвоить еще одно первое место. И для вручения этого диплома на сцену приглашается заместитель генерального директора государственного телеканала ТРТ «Турция» Зейнель Коч. Первое место 6-го международного телевизионного конкурса «Восточный базар» получает группа «Бельбек», Крым. Kırım. Bizim şark pazarına Türk Soy Organizasyonu daha bir hediyeler hazırladı. Дорогие друзья, как вы знаете, у истоков любого дела стоит человек. Наше дело когда-то началось очень давно. И у истоков его стоял всем вам известный музыкальный продюсер, телевизионный продюсер. Имя его вы узнаете из уст человека, который вручит ему специальный приз. А для вручения специального приза мы приглашаем сюда на эту сцену Фирата Пурташа. Bu organizasyonun en çok yükünü taşıyan kişiye Sayın Seyran Mambetov'a da ben bir anı için hediye takdim etmek istiyorum. Biliyorum İsmet Zaatov en büyük destekçisi ama organizasyon anlamında bütün yükün büyük kısmını sırtlanan Seyran Bey. Seyran Bey'i de sahneye davet ediyorum. Fırat Kurtarşı, Richard Spitalny Priest Ordin
генеральному продюсеру фестиваля «Восточный базар» за особый вклад в развитие тюркской культуры благодаря фестивалю «Восточный базар». Сейран Мамбетов, автор и вдохновитель фестиваля «Восточный базар». Дорогие друзья, не знаю, как вам, мне лично не хочется заканчивать фестиваль, но есть один выход. Выход этот называется песней. И я думаю, и вы не будете против, и мы будем только за, если предоставим это право нашим гостям, трио из Республики Казахстан. Кэшью! Фестиваля «Восточный базар». Если ты не знаешь вовсе, что такое счастье, что такое дружба, мир и первая любовь, если ты не веришь в чудо, в то, что можешь ты, все изменится сегодня, только ты поверь, и вместе мы откроем сказку дверь.